Буэнос диэс, братва. Ядерный рассветный заряд в ваш экран, а это значит, что мы снова эмигрировали в мать Экс-Махина. У нас снова новая локация, ёпу-мать, роща друидов. Поэтому садимся поудобнее, берем тички и погнали. Огоним мы быстро. Единственное, что я уже хочу чего-нибудь такого поднадыбать. Ой! Ты что такое? Хм. 2000 монет. Так, карта. Плюсик. Сет. Блин, ветер какой на улице поднялся. Сейчас гроза ебанет. Будет весело, если запись прервется на полпути. А это по-любому погрызенный файл. Поэтому надо молиться, потому что и БПшник у меня, сука, не стоит. С другой стороны, моему компу стандартных 400-ок вряд ли хватит, даже на корректное завершение работы. Ой, там, кажется, какой-то груз был. Бля. Да ладно, блядь! Кепелотей! Дождь пошел, ну ёшкин кот! Ливануло, конечно, знатно. Если бы я сейчас мог, я бы вставил пару фоточек. Просто мне лень подмонтировать чисто ради пары охренительских кадров. Ах, ты ж мать твою. Как-то я, блин, кривожопо еду, не находите? Блин, шумок жуткий. Дайте я поставлю запись на паузу и окно закрою. Там жесть, что творится, господа. Там просто жесть, ливень такой силы, ну, блин, стеной, короче. Но, что характерно, нет грозы. Так, ладно, едем дальше. Так, баррикадка. Который мне, в принципе, в хуй не впился. Но, судя по тому, что я откопал КПВТ, мне надо раздобыть где-то бокс. Что-то, правда, какой-то, блядь, кривой дорожкой еду. Будет смешно, если она не приведет меня в сет. Да, блин, ни дня без приколов. Так... Так, здесь вроде тихо, ничего интересного не вижу. О, так, крестики, значит, где-то здесь поселение. А, так это же город детей железа, по-моему. Да, ЖД. Здесь, по-моему, тоже должен быть, по-моему, какой-то товарчик. Город. Ха, лук. Как... Так. Транспорт они продают. Ржавый бокс. Ну, хер с ним, что он ржавый. Делаем вот так. И я трачу всего 6 штук. Все равно я потом молоковоза буду продавать. Да. Вот теперь-то можно устраивать мясо. О, они продают бутылки по 4700. Так, в список сохранения цен. Так, 4700, 7100, 6800... 4000.
Так. Пешт купит их по 7300. Асгард по 6700. Порто 7100. Не. До Ольма, в принципе, можно доехать, затарившись бутылками. Так, погоди-ка. А назад можно привезти... Так, Ольм. Ольм продаст мне нефть по 672. Назад, в принципе, можно затариться нефтью. Проблема в том, что у меня денег не хватит даже на один рейс. Если только сейчас, ну, как говорится, подфармить бабла тем, что... Так, ну, по крайней мере, мы знаем, что в Улуке можно закупиться бутылками. Так, чем по баблу? 10 тысяч. Так, Ольм у нас... Улук у нас продает бутылки. Так, а я забыл, по-моему, посмотреть квесты. Чё-то я туплю по-страшному. На самом-то деле. Но с другой стороны, у меня теперь есть КПВТ, суки. Так, у меня, по-моему... А, инвентарь я сразу уже продал. Так, они... Так, продвинутый разрушительный ПКТ с азотным охлаждением. Мне шторм ставить не варик. Так, денег 10 500. Мало, блядь. Картер. Душ не прекращается. Даже может быть, что услышите его на записи. Настолько он громкий. Заодно я КПВТ протестирую, а? Хуяк. Так, теперь ты мне куда? Получается, строго на север. Блять, это шлюха жива, что ли? Или там еще одна шлюха? Рапира. Что это у нас такое? Пушка, по-моему. Повреждение 160, КД 2,5. Не, все-таки лучше КПВТ, он сильно ДПМистее. Нихуя я загнул. Так, что там ползет? Блять, а батлиться приходится слишком уж часто, не находите? Блять, еще у меня что-то застряло в колесе, по-моему. И правда. У меня в колесе торчит бетонный, сука, блок! О, стряхнул наконец-то. Ну, суки. Так, стоять. F2. Я, кажется, знаю, что я сейчас сотворю. Так, теперь мне просто невредимым добраться до сета. Не, ну как сказать невредимым? Целым хотя бы. Так, еще чуть-чуть, и я под защитой дотов. А, нет.
Аж потрепали меня как надо. Вот просто как надо. В основном спилили всю броню. Кабины, в смысле. Так, а эти что продают? Сразу же. Оборудование по 1000. Так, что по транспорту? Урал. 31. Выбрать. Так. Если я, грубо говоря, ставлю КПВТ и ПКТ. Сколько мне надо? Ну, 18 000. Так, генератор, бокс, вихрь, шип. Так, ладно. По харду играем. Так, теперь что мне надо? Естественно, продаю шершня. Рапиру, еще двух шершней. Так, 10. Так, 4500 у него ДПМ. 650 на 7. Ну, примерно равный ДПМ, но точность выше. КД больше, правда. Но у него и скорострельность меньше. Поэтому делаем вот так. И выфарливаем еще косарь. Поэтому теперь у меня курсовой пулемет, сука, корд. Так, что расскажете, интересно? Друиды. Так. Стальные чудовища. Ну что ж, стальные чудовища, так стальные чудовища. Даем F2. Так, теперь. Сет. Его мы тоже сохраняем. Так, а если в лук отвести рабочее оборудование? Во! Так, рабочее оборудование. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Потратил я 13 000. У меня было 16 половый. Ну, в принципе, у меня хорошо упакованный молоковоз. Так. Короче, тупо топим вниз. Дорога, в принципе, зачищенная. Единственное, что может какая-нибудь падла выпрыгнуть, но... Кого ебло чужое горе, если так вдуматься? Км/ч. Я набит рабочим оборудованием. Так, и опять же. Сет у нас. Купит бутылки по 7 000. В луках продаст по 5. Поэтому даже если немного удастся накупить, это уже очень хороший профит. Только я немножко сделал поворот не туда. Чуть не въебавшись в фонарный столб. Токийский дрист. Не, на такой машинке, в принципе, мне по кайфу даже было бы батлиться. Единственное, что на нее не встанет большая бука-пука. Так, у меня было 16 500. 36 000. Так, закупили 7 штук бутылок. Был 36, запоминаем.
F2, я сказал. А вот теперь уже начало грохотать. Снаружи. Так, куда я еду? Угу. Ништяк. Я, конечно, понимаю, что, с одной стороны, вот такой вот фарм очень и очень скучен. Но с другой-то стороны, чем дальше в лес, тем больше, сука, профита. И, в принципе, вот такой вот фарм внутри Локи... Он пободрее как-то себя ведет. Погромыхивает не хуйски, надо сказать. Так, у меня было 36 штук. Я привез почти 50. Так, то есть я теперь могу спокойно брать Урала. Так, курсовик. Объем кузова у него больше. И у меня еще остается 30 тысяч. Так, штандарт лорд. Полтос, блядь! Так, штандарт у него. Курсовик большой. Так, лорд. У него две больших пушки. Ну, блядь, 50 тысяч. Ладно, посмотрим на кузова. А у меня что стоит? Холод. Так, круизер. Так, у холода объем 50, у круизера 75, у фрахта 61. Самый дешевый кузов — это крейсер. У него 75. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать единиц товара сюда влезает. А здесь раз, два, 3, 4, 10, 11, 12. Короче, решено. Берем круизера. Так, теперь касаемо оружия, что... Так, оружие, оружие. У нас один спецслот есть. Есть слот под большую пуку-пуку. Не маленькая курсовая бука-пука. Максимальная скорость 130, моща. Броня 154. Круизер. Так, я хочу покраситься. О! Ништяк, камуфло. Так, рабочее оборудование. Если отвезу... Так, в Луке его почем купят? По 3 косых. Ну, даже, наверное, до 2500 можно покупать. Ага, все. Деньги кончились. А, теперь КПВТ не может палить налево, по-моему. С
стоит на правом этом самом. Курсоуха, естественно, не может палить назад. Чё? Урал vs Урал. Сука, оба сдохли. Точку прицеливания надо ловить. Так, вулкан, говорите. 5, но у него 1100 скоростей. И ПКТшечка, не, хуйня. Так, оба на перезаряд. То есть мой вулкан не может стрелять налево. У него жуткий ДПМ. У него просто дикие показатели ДПМа. Угу, правильно едем. У него было где-то 30 тысяч. Вот. О чем я и говорил. Урал просто срет на эти баррикады. Что бы было бы с Белазом, я бы хуй бы знает. Опс. На самом-то деле... Даже Урал можно потрепать. Но проблема в том, что Урал невъебенно быстрый. Это самый быстрый из тяжелых. Но с другой стороны, у меня был БелАЗ в конфигурации. Так. Который позволял ехать на нем 200. Так, 33 тысячи. Не, у меня же оставалось 15. Ну и ремонт стоит десятку, блядь. Другой вопрос, то, что я сейчас могу накупить бутылок по, ну, 5500, если грубо. Отвезти их в сет по 6. Не, хуйня. Надо до Фиста доехать, наверное. Там пошуршать. Угу. Так, а вот сейчас нам надо будет уйти направо, чего мы обычно не делали. И перекады кто-то чинит, по-моему. Короче говоря, в Фисте тогда сделаем остановочку. Ну, серия получилась достаточно филлерная. Потому что, ну как, покатались. Взяли новое ведерко. Насрали на баррикаду, как Билли Джин в кувшин. Так, это друиды, все хорошо. Ой, не столкнуться бы. Мясо! Хотя нет, не сейчас мясо, чуть позже. Так, остановочка в Фисте. Интересно, что они продают. Сушняк, конечно, дикий. Они тоже продают рабочее оборудование. Ну, продают его по 1500 штуки. А сет
уже зажрался и продает по 220. С другой стороны, у Лук купит рабочее оборудование по 2900, а Ольм по 3700. Так, а касаемо стволов. Рапиру смысла ставить нет. В принципе, можно устроить one to trip. И съездить до Ольма. Так, что я делаю? Съездить до Ольма. Затариться там нефтью. И привезти ее в Фист. Так, Фист купит нефть по 838. Сет по 991, Лук по 900. А Ольм продаст ее по 672. В принципе, дорога в один конец, как по мне. Туменин продаст дрова по 44. Ольм их купит. Ну это пиздец, конечно. Продают по 12, когда их за такую цену хуй где купят. Затариться рабочим оборудованием, отвезти его в Ольм. По-моему. Looks like a big deal. Короче говоря, пилим обратно через морские врата. Пилим, так сказать, обратно. Будем пока подторговывать, потому что я хочу качнуть эту детку по полной. Да, желаю. Меня прикалывает, как она заходит с дрифтом на позицию. Ябальник раскрывается. Раскрывается ябальник. Так. Ага. Так, теперь вспомнить, куда я должен был отвезти это говнище. Ага. Так, ориентир на Ольм. Надеюсь, меня не изнасилуют слишком быстро. Даже мне охота сжечь весь профит чисто на ремонты. У нас было 22 где-то тысячи. Да, блин, подвеска у Урала развитая. Сделано так, чтобы было нечем ломаться.
Да, вулкан не может лупить налево. Так, рабочее оборудование я возьму по 3500. Как говорится, смысл мне тогда ехать в Ульм ради дополнительных 200. Хм, 39 штук. А если металлолом привезти на обратную сторону? Точно. Так, я сейчас в Кордоне. И мне металлолом отпустят по 300. Вольм я его продам по 500. А там, затарившись нефтью, приеду обратно. Продам ее по кусанию. О, недостаточно места в кузове. Да, аппетит у этого зверя немалый. Как говорится, зачем мне нужен сюжет, когда я могу просто поехать пофармить? Дрова, дрова, дрова и шерши, нахуй. Я груженый. 2 дыры в заднем бампере. Как так? Надо свингера себе завести. Свингфайр в смысле. Да, тачка бодрая. Тыц. Был столб и нету. Вызывайте бригаду ремонтников. Ебать, там гильз летит, конечно. Так. Сорок две тонны. Хм, всю нефть купил, гад. Циклоп. Спрут. Хорошо, а что если поменять кабину? Так, у штандарта курсовка. Среднего размера и всего лишь. Надо смотреть, что по мощности двигателя. Штандарт ездит 140. Лорд 170. У лорда уже два средних слота, но лорд стоит не в рот ебись, поэтому... Делаем вот так. Идем на рынок и покупаем еще одну среднюю пуху. Которой здесь, к несчастью, нет. Вектор с электронаведением. Ладно, сделаем так. Так, у нас было 12300. Так, теперь куда мы эту нефть везем? В Кордон. Так, опять надо менять категорию. Вектор.
Было больно. Так, продолжаем втапливать. Единственное, что серию я подзатянул за счет этого фаром, но ничего. Оп, проскочил снайпер. То теперь Уральчик едет 140 нах. Просто чтобы потом резко успеть повернуть. X2 просто нахуй. Так, металлолом, если мне продадут по 335. Смогу ли я его слить в игноте подороже? Так, 409, 397, 429. Не. Мизер. Если только везти сюда бутылки. Бутылки здесь возьмут по 7400. Но бутылок я здесь привезу немного. Плюс к этому ремонт. Но, с другой стороны, я не слабо так заработал. Так, это оптический прицел, световой резонатор. Ольм продаст нефть по 700. В принципе, можно отвезти ее в Минин. Благо, ехать недалеко. Короче говоря, давайте, наверное, пару серий просто по караваним. В общем-то, этим я и займусь. В следующей серии тоже. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока. А я пошел мочить урода.